Здравствуйте, уважаемые телезрители! Снова, как вы уже, конечно, догадались, с вами остановка «Не Британия» и неизменные ведущие Артур, Тимур и я, конечно же, Артур. Ну, знаменитая... Мне нравятся твои очки, начнем с этого. Я вот хочу хвалить не гостей, которые у нас сегодня будут, а вот тебя. Мне нравятся твои очки. Ты очень удачно начинаешь сегодняшнюю программу. Да. Чувствую, мы с тобой подружимся. О, сегодня я буду с тобой дружить весь всю программу. А мне не нравишься. Знаете, это заговор Артура какой-то. Кстати, Тимур, на прошлой неделе мы были в Абхазии. И так получилось, что ты... Что вы меня кинули? Да. Ну ты был в наших сердцах, понимаешь, ты не покидал нас. Я думаю, что так жарко было. Так случилось, у нас есть отмазка. Мы привезли тебе подарок. Это большая картина, которую нам подарили в Абхазии. Такого же точно автобуса. Даблдекера, первого в мире. И повесь его себе домой, и пусть он будет у тебя... Даблдекер. Наконец-то получил закрыть дыру в стене. А их у тебя немало. Там они передали еще сумку мандаринов, ну ладно. Там. Но она испортилась по дороге, ну давай. Ну ничего, прокринать за мандарины буду попозже, пока поставим, пожалуйста. Да, вот так вот поставим, чтобы все видели, что мы отмазались. Ну, когда мы закончили обмен любезностей, давайте я по традиции зачитаю первую новость. Поехали. Британец 2 года скрывался от суда в коме. Алан Найт, чтобы избежать наказания за совершенное ранее преступление, имитировал кому. То есть 2 года он лежал, притворялся, что находится в коме. А, ну как бы у нас часто так делают на самом деле. Вот когда сидят ВКонтакте, имитируют кому все обычно. Да, все. Я часто имитирую, что работаю. Когда на тебя смотришь, как ты ведешь, иногда чувствуется, что ты тоже имитируешь кому. Помнишь, ты говорил, что мы подружимся? Началось! На самом деле 2 года лежать, представляете, неподвижно. Последний раз такую имитацию мог себе позволить только Ленин, и он как бы до сих пор продолжает. Вообще, знаете, вот в чем проблема была? Когда в нашей стране начались какие-то вот, скажем так, катаклизмы, Ленин просто встал ночью, перелег, чтобы по фэншую было. В стране сейчас все пошло очень хорошо. Да. Смотри, ты говоришь, 2 года он лежал без недвижимо, то есть недвижимость британская. Но на самом деле он, оказывается, еще умудрился, как его обнаружили. Кто-то в полиции обратил внимание на то, что кредитная карта Алана Найта регулярно используется для оплаты покупок в супермаркете. Оказалось, что человек в коме свободно передвигается и даже управляет автомобилем. Ну знаешь, как у нас водят в республике, у нас тоже такое ощущение, что в коме все водят. Свободно причем. Я бы не ограничивал водителей в коме только нашей республикой. На самом деле их много. Россия, и я знаю, что есть одна большая такая вот республика, очень схожая с нашей, в которой тоже водители не самые, так скажем... Комичные, да. Они тоже немножко такие вот дерзкие. Интрига, что это за республика? А эта республика называется Кабардино-Балкария. Из этой республики рядом. Сегодня у нас приехал гость. И я думаю, он нам очень хорошо расскажет все про тамошних водителей. А как он доехал, интересно, вот это тоже узнаем. А он один из тех... Я думаю, он сам все расскажет. Я думаю, он дает взятку гаишникам. Колым, да, он дает. Я уже вижу, как он горит энтузиазмом за камерой. Даже камеры уже плавятся. Пора его пригласить в студию, я думаю. Ну что ж, друзья, у нас сегодня в гостях Мурат Хагалигов. Под ваши аплодисменты, встречайте! Здравствуй, Мурат. Здравствуйте, ребята. Приятно, что ты к нам пришел, что ты вырвался из этого плотного графика. Из плотнейшего. А мне вдвойне приятнее, что вы тоже, конечно же, пригласили меня к себе. Спасибо огромное. В общем, все у нас как?
Все хорошо. У нас хорошо. А чтобы было еще лучше, ну, это вот самое приятное от нас, ты только что услышал, дальше будет хуже. Ну, я пока приготовлюсь. Не, я тебе расскажу, что нас тут как бы ждет. Мы здесь сидим, вот так весело обсуждаем какие-то новости, обсуждаем гостя, и его немножко иногда бывает подкалывает. Ну, у меня с чувством юмора все в порядке, так что можете... Зато у нас очень плохо с чувством юмора. То есть, мне нельзя вам отвечать взаимностью. Давай, может быть, Мурат зачитает новость. Первую новость нам должен зачитать Мурат. Что бы тебе дать зачитать, Мурат? У нас ноутбук как бы, ну, не включен, как бы вот мы работаем. Нет, это хорошая подставка для кружек. Просто и все. Под бумагой. Да, вот. Вот зачитаю новость. Угу. Мужчина как прыгал на батуте, да? Не, подожди, это название газеты, Даша читает. Все в порядке сейчас, вот дружеская, свободная атмосфера. Ты читаешь новости, как на кухне, там, газета. Как обычно. Первый раз ты это делаешь бесплатно, давай. Ну, из меня, как вы понимаете, журналист был плохой. Так. Читать как бы не люблю, писать тоже не люблю. Люблю просто поболтать. Что давай поболтать? Хотя бы заголовок, и мы поболтаем. Мужчина так прыгал на батуте, что оставил свои зубы в ноге друга. Хотя бы скажи. Он, в смысле, зубами вцепился за ногу у друга. Мне кажется, его друг просто был продавцом шаурмы. Нога его друга почему-то ему показалась, что она похожа на шаурму. Чекист есть. Кто есть чекистский? Прыжки на батуте закончить для двух друзей лечением в больнице. То есть, по словам 29-летнего... Один попал к стоматологу, другой к травматологу, понимаете? Ну, это, мне кажется, очень распространенное развлечение среди друзей, нет? Да, ты никогда не кусал за пятку друга? А так я хочу напомнить, что до этого нам говорил Мурат Хабирыгов, что он любит поболтать. Ну и давайте дальше обсуждать. Мурат, как думаешь, почему вот этот человек схватил его зубами за пятку? Тебе когда приходилось? Я не знаю, почему он его схватил именно за пятку. Мне интересно, почему он не выбрал место помягче. Там, я не знаю, за руку, там, я не знаю. Нет, даже, ну как? Дальше не перечисляю. Как ты делал, расскажи. Я? Есть очень много мягких мест, я думаю, пока не надо. Зрители. Честно говоря, мне не приходилось еще испытывать такого удовольствия, прыгать на батуте. Почему? Потому что времени не хватает, конечно же, на это все. Сейчас заплачу, он никогда не прыгал на батуте. Обычно же это самое, батут бывает где? Только в парке. На побережье. А на побережье времени хватило бы, ради бога, на то, чтобы хотя бы окунуться, я не знаю, правильно? И то хорошо. Ну, нет, батут можно сделать там, где ты хочешь. Например, я в родительской спальне часто. Итак, дальше пойдем тогда. Читаем следующую новость? Я предлагаю не читать следующую новость, я предлагаю сделать... Началось вот эти вот движения. Надо предупредить же сейчас. Да, в этой всей шайке я самый такой, который вот на всякую фигню всех подписывает. Он самый такой, кто называет нас шайкой. Самый неадекватный. Мурат, на самом деле, сейчас я буду очень быстро задавать тебе быстро вопросы, и тебе надо быстро, фактически не задумываясь, отвечать то, что первое в голову приходит. Суть в том, чтобы нам было весело. Готов? В большей степени мои ответы будут, не знаю. Ты готов? У нас ровно минута. Я задаю быстро, сколько ты отвечаешь. Сколько всего вместе? Штук 20. Ровно минута. Да. Поехали? Поехали. Что едят их котлеты? Горох. Что делает человеку без часов? Не смотреть на них. Под какую песню ты засыпаешь? Под песню «А я хочу перемирия». Знаешь, эту песню? Кто больше всех танцевал на твоей свадьбе? Я. Как звали брата Айболита? Не знаю. Айдамир. Какой знак зодиака у твоей собаки? Не знаю. Что написали на твоей афише? Усы нарисовали. Где родился Дарт Вейдер? В кахуне. Как бы ты назвал магазин пельменей? Подожди.
Что будет, если напугать Филиппа Киркорова? Спадут штаны. Куда убежал Годзилла? В лес. Что бы ты сказал Джеки Чан? Гэнь-ху. Что бы ты поменял в российских машинах? Всю машину поменял. Что на заставке у Анжелики Начесовой? Я. Как японцы называют Кончиту Вурст? Урод. Урод. Где ты любил прятаться в детстве? Под кроватью. Молодец! Я отдельно вот тебя руку поджимаю за Кончиту Вурст, потому что я по-другому легко тебе сказал, легко. А с Джеки Чаном я чувствую, ты общался не первый, не последний раз. Я думаю, у вас общение очень позитивное. После этого Джеки Чан любит прыгать по заборам, после этой фразы. Джеки Чан любит мне очень интересно, как кусать звучит за пятки, да? Ну знаешь, что интересно, как звучит песня для Джеки Чана «За тебя Хелм отдам»? Просто вот если он с ним так общается, как он ее исполнит. Ну она примерно звучит, наверное, вот как Артур напел. Ин сун чай, ин хэн ху. И как будто ин тун та. Слушайте, давайте переведем на самом деле это. Это идея, я думаю, мы это сделаем чуть попозже. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Едем, едем на дискотеку со своей фанатекой. Зря сейчас выдал, да? Мы бы хотели с тобой поговорить о тебе. Обо мне. О тебе, да. О твоем творчестве, да? Я вот, к сожалению, так близко не соприкасаюсь с твоим творчеством, не знаю. Я перезвоню. И в итоге, ну да, вот я близко не соприкасаюсь с твоим творчеством. Вообще не слушает, так да, скажем. Ну, я не приходила слушать, да. Ну вот расскажи, как вот тебе вот в этой суете живется? Честно говоря, живется с удовольствием, с наслаждением и с радостью. Вот так вот я скажу. Так сейчас, наверное, у тебя очень плотный гастрольный график. Да, у меня график плотный, очень даже плотный. В общем, сейчас берем глубь России, так скажем. Какие города? Сызрань. Это в первую очередь. То есть вот Сыктывкаре кричат «Мурат» был там? Я даже это самое... А как ты их назвал? Сыктывкарчаны, здравствуйте! Я могу вас удивить даже тем, что я могу там в Мадагаскаре скоро, Соник. Так. В мутике выступай! Хоть кто-то меня понял! Мадагаскар 4! За тебя от Мадагаскара отдам! Мне прям не хочется, прям очень хочется увидеть афишу, да, вот Мурат Хагалегов иероглифом. Иероглиф. Кстати, всегда было бы интересно, да, как это будет выглядеть. Как выглядел бы Хагалегов на этом? Между прочим, короче будет писаться, я думаю. Почему? Потому что в одной букве несколько же букв у них. Да. Так что, короче, хоть люди это смогут читать, например. Обычно, да, в России все смогут прочитать хорошо китайский иероглиф. Давайте продолжим. Вот, у нас есть несколько фотографий, и вот это вот первое, которое мы хотели бы, чтобы ты как-то вот... Короче, хотим ее вместе с тобой прокомментировать. Ну, в первую очередь, я не помню, что я тут говорил. Ну, я предположу, что ты просишь просто пошире микрофон. Нет. Мне кажется, он изображает ковбоя просто. Нет. У меня пистолета нет. Я просто, наверное, видите, рука-то женская. А ты рассказываешь свои, ну, как бы... Таланты. Он спрашивает, размер микрофона вот такой? Да, нет, он говорит, я недавно был на рыбалке, вот такую рыбу поймал. У меня есть подозрение, что... Что вы вообще, ну, мне кажется, вам больно здесь. Особенно вот Азамату Цапкилову, прямо по выражению лица, мне кажется, ему очень больно. Это знаешь, фотография загадка. А с какой стороны гвоздь? Больно станет только от того, что может Цапкилов Азамат насмешить. Реально, только от этого может больно стать. А тут он чем насмешил?
Ну, он же еще это самое, в себе комик. Так что... В себе комик. В себе комик. Новая клиника. Евгения Петросяна. Да. Ахмедов клиника. Ну, учитывая, что вы друг другу тут улыбаетесь, явно друг друга не пытаетесь, значит. Да, и спасибо вам. Очень смешное решение давать. За инструкцию, как создать собственную карусель. Я думаю, дома я у себя его сделаю. Из двух палок. Да, и Цавкилова. А тут уже Мурат на разборку. Так. Явно проигрывает. Что-то, реально он на разборках. Что-то происходит вот... Что это? Что? Ну, ребенок отнял то, что у ребенка в руках. И как бы я и говорю... Срок это там? Да. Срок, да. Чупа-чупс. Она за здоровый образ жизни, так да, сказать. Да, за здоровый образ жизни забрала у меня сигареты и... Минздрав запретил, она говорит, когда вы смотрите. Или может ты наоборот ее ругаешь с сигаретами? Не, ну это знаешь, как Мурат подходит и говорит, да, сигарету? Не надо. А купи себе сам. Стрельную. Мне нравится, как она уверенно стоит на багажнике твоей машины. Или капот. Это не моя машина была. А еще чужой машина. Да, это была чужая машина. Мы просто как с ресторана вышли, ага. И первая машина попалась, и я как бы... Я хочу встать на капот машины. Я представил хозяина, который выйдет потом, и там вот следы такие эти, и Винстон пачка такая помятая. И надпись. Бросайте курить. Идем дальше. Это вот как раз тот момент, когда ты в плену якудзы был, да? Да, точно. Ты судишь по его лицу. Нет, я сужу по бокалу. Я пользовался именно такой бокал, как чаще всего бывает. Не, мы судим по твоему лицу. Да. По моему лицу. Ты очень я зол. Похож на них. Кто-то тебя очень сильно... В плену это или нет? Нет, я просто внимательно слушал тост. Подслушивал, судя по тому, что вот это... Не знаю, а у этого человека очень испуганный вид, у тебя злой. Мне кажется, это как-то взаимосвязано. Нет, дело в том, что он подслушивал. А я слушал внимательно просто. С умным таким довольным лицом. Как раз он тебя и хотел попросить автограф в виде иероглифа. Мне кажется, этот человек подошел, сказал Мурату, стаканчик не выбрасывайте, пожалуйста. Это уже седьмой за неделю. Господи, хоть бы в этот раз не разбил. Опять свои зарплаты вышли. Что самое странное, вы показываете такие фотографии, то, что были сняты там 3 года, 4 года. Видимо, все самое веселое с тобой происходило именно в тот момент. Сейчас ты только делаешь, что работаешь. Сейчас ты порвал уже с якутом. Между прочим, да, самые веселые моменты. Сейчас ты стал уже удалять фотографии вовремя. Да, кстати. Нет, как бы я преуспевать не смогу удалять все эти фотографии, которые меня не устраивают, еще что-то. Кстати, вот если уже переходить к следующей фотографии, почему ты не говорил, что ты подрабатывал окулистом? Окулист? Это уже что-то новое. Это уже что-то новое. Это кто? Ну, ты его знаешь? Это будущий Кутузов. Ты не знаешь ее? Ей скоро... Одноглазая девушка больше не хочет общаться с Муратом Тхагалековым. Из-за того, что я испортил ей... Зрение. Макияж. А, это макияж ты ей испортил? Мне кажется, там более кровавый. Мне кажется, жизнь ты ей испортил в этот момент. Там я это все и нашел. А это новая клиника пластической хирургии от Мурата Тхагалекова. Слушайте, надо было побольше как бы, ну, поискать. Я думаю, что вы поинтереснее много чего могли бы найти. К следующему выпуску, я думаю, мы пожалели тебя. То есть там есть продолжение, дальше ты тянешь за руку. Выравнивает ногу, да? Вправляет челюсть. Так, ну... Самое главное, что я не цепляюсь зубами за пятку. Вот. А когда-то древние греки кто-то зацепился за зря, это... Ахиллеса. А зря, это очень весело на самом деле. Ну, оставив женщину циклоп позади, перейдем дальше. Ой. А это миниатюра «Я тучи разведу руками». Между прочим... Или это на... Я ваш сахар мотал, называю. Вот такая. Ты производил... 2 года назад. Что самое главное, что я держу правой рукой. Что это? Это то же самое, что гира.
То же самое, что Гира. Так и продай, это то же самое, что Гира. Ну, то же самое, что и... А зачем ты ел Гира в швейной фабрике? Нет, это не швейная фабрика, это... Это тот момент, где я покупал... Это ты намылил попугая дедушек? Нет, это тот момент, где я покупал вату. Нет, почему-то я думал, что на скамейке сидит человек вата. Это его голова. Он наклонился, да, седой такой человек с большой головой. Намыленный незнакомец какой-то. В общем, это пенная вечеринка у Гиро. Подытожим. И дяди Вадик. С фотографиями, в принципе, закончили, но есть еще более такой тяжелой артиллерии мы подготовили. Вот у нас есть парочку видео с концертов. Ага. Мы хотели обсудить. Это вот... Это уже посерьезнее. В народном, любимым нашим народом Ютубе мы это все там и увидели. Вот эта ситуация с девочкой. Помнишь ты ее? Это случилось. Этот вопрос всех интересует, конечно же. Может быть, посмотрим сейчас, чтобы... Конечно, конечно. Освежить память. От кого письмо? От мамы. По-моему, тебе развод обеспечен. Мне это на всю ошибку прочитать или отдельно? Ну, наверное, не знаю. Значит, ну! Я, знаете, о чем думаю? Кто писал? Нет, на самом деле, шутки шутками, но... Владикавказ, я, честно говоря, я не перестаю удивляться вами. Приступайте к своим пыткам. Нет, сначала мы послушаем тебя. Я сейчас представил как тебя пытать? Зрителей, как они вот с каким настроем сейчас уставились в телеэкран и смотрят на тебя. Я могу петь песни Магомеда Дзыбова и буду пытать. Нет, на самом деле это... Ну, концерт, да. Просто мое исполнение реально пытка. Проходил во Владикавказе. Просто было... Такая реакция. То, что да. Все же я не могу разделить с вами. Давай выпьем все. Сейчас это как тост был. Давайте выпьем за это, да? Давайте за неразделение, да? За взаимопонимание. Давайте. Хороший тост. Так, есть еще одно видео, которое показывает, что ты часто любишь комментировать своими песнями, что происходит. Акын такой, да? Да, акын такой. Сколько же лет у всех прошло, помнишь ты наш теплый вечер? Не работает микрофон. И по-прежнему память украдет и позовет. Самое главное, что я сказал правду. А вот... Вот. Берите пример политики с Мурата Тхагалегова, говорите правду. Если у вас это не работает, то признавайтесь. Я хочу... Вот баллотируешься куда-нибудь, лично я за тебя проголосую. Ну, баллотироваться буду, конечно, через лет 10 максимум. Минимум быть президентом Кабардино-Балкарии уже рассчитывал. Дай бог, лет 40. Кабардино-Балкарии? Конечно. Я думаю, что и в Карачаево-Черкесии у тебя большие шансы. Ну, в Карачаево-Черкесии нет у него шансов, у нас хороший президент. Тем более, да. Тем более, через 10 лет, как бы... Тем более, я на его канале работаю.
А еще вот кроме этого, были у тебя опыт как актера именно в части каких-то еще? Фильм «Титаник» не ты был? Мог бы ты промолчать? Ну все сказали. Я не люблю об этом разговаривать. Это было давно. Да я помню, ты озвучивал удар айсберга о корабль. Вот. Я просто, мы просто с тобой там, коллеги, я играл роль двери, на которой лежала Кейт Уинслет. Да? В конце. Ну и как? Нагрел? Было приятно, что говорить. Она почувствовала занозы в твите. На самом деле, ну, приятно, что... Мы вместе смотрим на твое начало, как бы, да, это очень приятно. Не, если так брать, вот, ну, честно, если уже говорить, именно твоя карьера для меня, вот лично для меня, это как бы верх того, чтобы я, например, людям бы советовал. Прежде всего, как да, это? Если Артур позволит, я хочу продолжить. Именно как да. Пример трудолюбия. Именно труд. И для меня... Я перебью тоже, это традиция нашей передачи. Просто он подложит, ты не знаешь слова трудолюбие. Нет. И я в ответ тоже тебя перебью и скажу все-таки то, что я хотел сказать. На самом деле, твоя карьера для меня является... Это не просто карьера артиста, да, у которого есть... какие-то там взлеты и падения, да, это карьера человека, который постепенно, шаг за шагом идет к вершинам, и уже на самом деле на сегодня я так думаю, что твои песни являются визитной карточкой не просто твои или твоей республики, но и всего Севернаполказа в целом. И я вот с этими словами хочу тебе пожать руку. Да, спасибо тебе, Мурат, за то, что ты прославляешь Северный Кавказ. А не только в России, но и уже и во всем мире. Спасибо, что ты очень приятно, есть у нас. Да. Проходишься по рынку в Рязани и слышишь за тебя там Мадам с кассет. Даже в то время записали кассеты. Нет, на самом деле с Кавказа, да, с Северного Кавказа действительно это большой успех для всех нас, и мы должны по-настоящему тобой гордиться. Все, хватит, $1000 его же не мы отработали, а теперь давайте по факту. Ну, я думаю, это уже надо всем сказать. На самом деле, да. Мурат Тхагалегов недавно стал отцом. Это достойно аплодисментов. На самом деле, больших, громких, бурных аплодисментов. У него родился сын, а как зовут? Которого назвал Артуром, я слышал. Так как и многие Тимур. Знают, это мой второй сын, конечно же. О, сколько там платят сейчас? За второго? За второго? Честно, я даже не интересовался. Это не важно. Я даже не интересовался, 500 тысяч. Самое главное, что у меня есть один знакомый, и он так, шутя своей супруге, положа руку на животик и сказал... Мне страшно, можно я так? Это наш второй ребенок, любимая. Моя приорочка. Так что... Девочку так и назвали. Я скоро меня обошлю, друзья. Сынишку назвал, кстати, Имраном. Очень прекрасное имя. Давайте поаплодируем еще в очередной раз Имрану. Имрана, чтобы он рос здоровым, большим и таким же талантливым. Да? И на радость. Не, пусть он будет талантливее, здоровее и больше. Чем папа. Чем папа. Да. Вот все это правильно. Да. Чем вот этот маленький мальчик. Худенький маленький мальчик. И вот тут мы со своей коварной остановкой «Не Британия» придумаем тебе колыбельную, которая в любом случае будет успокаивать и отправлять его ребенка в мир сна. Вот как-то так. Как же я буду вам благодарен. Ну, а я пока тогда возьму гитару. Да, она сама появляется в кадре случайно. У нас есть замечательные руки из соседней студии. Теперь мы вытаскиваем Мурата из одноклассников. Что сложнее? Ваш баланс пополнен. Кто его пополнил? Мурат Анатольевич, вы для него написали. Мы под песню, под мотив Казанова, немного, я позволю, немного изменили слова специально для вот твоего сына. Да простят нас авторы. А он позволяет это себе не первый раз и с удовольствием. Да. Спи, сынок мой родной, я пою для тебя. Я тобою горжусь, ты надежда моя. Это песня людей.
сводила с ума. Стала только теперь колыбельная она. Баю-баю, Казанова, что же ты опять не спишь? И поешь, и кричишь, весь под самой малыш. Баю-баю, Казанова, что же ты опять не спишь? И поешь, и кричишь, весь под самой малыш.